Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Ну что, Лига Сёгунов 3 звезды. Сейчас посмотрим, меня не скинули, надеюсь, никуда. Ничего. Нет, ребята, ну что, пробуем добраться до Лиги Мастеров. Так, сегодня воскресенье, да, поэтому наверное, даже придется нам потратиться, ребята, по баксам. Только лишь для того, чтобы пробиться, иначе... Иначе знаешь, что будет? Иначе будет то, что мы с тобой не получим нужные нам осколки. А мы купим с тобой платиновые, насколько ты помнишь. Так что давай вот пытаться сделать как можно лучше. Так, ну что, маузеры, вы как, готовы? Да, маузеры в полной, ребята, боевой готовности были. И они все сделали как надо, все правильно у них получилось. Но благо тут еще и противник не такой был серьезный. Так, 38-й. Мы, по-моему, вчера свой как раз на 38-м месте где-то и закончили, да? Если я не ошибаюсь. Так, ну что, давай смотреть дальше. Я ищу 16-22. Вот. Если я возьму, например, Донни и Зека, этих двух парней хватит, чтобы противостоять Леонардо, Донателло и всему прочему там отребью, что будет меня сейчас ждать. Ну, во-первых, Зэк бросит бомбочку, это понятное дело. Так, Адонис сможет добить? Упс. Вот тебе на. Вот тебе на, ребята, сейчас начнется. Сейчас, блин, начнется. Фу. Красотуля, Лео, красотуля. Я думал, сейчас, ребята, все-таки начнется разбор полетов. Но нам крупно повезло. Что-то нам везет в последнее время. То невезуха какая-то обычно на нас нападает, то пруха. Да, Джастин, смысла от него здесь нету. Я, наверное, возьму... Да иди ты! Я, наверное, возьму Донателло. 84 уровня. С эффектом поджога массовой атака у него, насколько мы помним. Но еще он может делать защиту. Но я, правда, ребят, защиты всякие здесь не использую. Да, возможно, здесь и Армагона хватит. Почти хватило. Почти. Рокстеди, жук навозный, выжил все-таки, а? Ладно. Ну что, 12-я позиция или какая? В плане 19-я, блин. Всего 7 ступенек пролетели, получается. Возьмем Бакстера тогда и... Да иди ты. Бакстера и, наверное, вот так вот. И Рафаэль. Ну, давай глянем. Бакстер и Рафаэль. Так, ну, первым, понятное дело, Рафаэль ходит. И Бакстер добивает. Все. Все как надо. Ну, да что ты будешь делать-то, блин? 9 позиций пролетит. Ну, это... Так мы с тобой будем, ребят, до посинения добираться до Лиги Мастеров. Ну ладно, возьму Пиццелицева тогда и Слэша. Вот смотри, ребята, я беру 200-ок против 68-65 уровня. Прикинь, 200-очных персонажа. А почему? А потому что я больше уверен, что мы не сможем вырубить одним из них. Видишь? Вот так вот. Только лишь с помощью вот второго сильного персонажа у нас все получается. Смешно, да? Разница в 35 уровней, мы не можем, ребята, их завалить. А они бы нас в легкую разворотили бы, поверь мне. Дай им слабину и все, и... Разнесли бы они меня в пух и прах. Ну что, давай возьмем, наверное, вот эту команду. Я возьму здесь Кожеголового и... Да иди ты... Куда вы лезете-то все? Ну что ты... Кожеголовый и Ванька Стиранка, да? Получается вот так вот. Ну давай глянем. Кожеголовый и Ванька Стиранка. Ты смотри, а? И Стиранка выжил, и Сплинтер. М-да. Не все так просто, как хотелось бы. Ну что же. Наша цель — Лига Мастеров 3 звезды, но... Я думаю, что ты понимаешь, нам сегодня этого не взять.
Все из-за того, что мы, ребята, получаем с вами мало кубков. Но, еще раз повторяю, ребята, есть одна огласочка. У нас очень много баксов, которые мы с тобой практически никуда не тратим. И если я, с позволения вашего, потрачу все это на откаты, но, правда, нам придется с тобой очень много делать откатов. То есть нам придется брать топовых бойцов. И помимо этого нам еще придется брать полную команду. То есть по 5 персонажей. То есть по 5 откатов. А 10 откатов у нас стоит сколько? Правильно, 10 откатов у нас стоит $250. То есть на 100 откатов нам нужно потратить $2500. Такая накладная сумма, ребят, получается, да? И я бы сказал, очень накладная сумма получается. Ну, придется, будем тратить. Фиг ли делать. Потому что я завтра сомневаюсь, что я встану до отката. Потому что, как всегда, буду допоздна сидеть. И до отката я вряд ли смогу встать. И завтра будет запоздалый буст у нас, как всегда. Да что там, ребята, уже этот буст? Этот буст уже не перебить. Я уже это понял. Это бесполезно просто-напросто. Раньше это было еще как-то нормально, а сейчас это все, ребят. Это уже история. Можно это так сказать. Это уже история. Этого уже, наверное, не повторить. Если каким-то только лишь чудом когда-нибудь, когда ты даже сам этого не ожидаешь, у тебя получается. Как это, в принципе, раньше и было. Мы с тобой этого не ожидали, и у нас это получалось. Как только мы это начинаем ждать, готовиться, и ничего у нас не выходит. Вот так вот. Ну что же, 67-го места мы переходим на 57-го. То есть ровно 10 мест пролетаем. И мне до сих пор не дают 17-20. Вот. Вот оно. Счастье ты наше, яхонтовое. Давай. Раз, два, три. Вот так вот потихоньку-потихоньку и будем. Но по 10 ступенек пролетая, это мы только с тобой сейчас в Лигу Мастеров 2 звезды зайдем. Плюс еще там нужно будет потратить сотку. И еще в Лиге Мастеров 3. Ну, в Лиге Мастеров 3 звезды, ладно, не сотку. Фиг с ним, с этим топчиком. Нам главное, чтобы вообще туда пробиться в Лигу Мастеров и занять где-то позицию 50-ю. Ну, сами понимаете, почему. Для чего она нам нужна, именно 50-я. Чтобы не скинуть за вот это вот время моего отсутствия. Вы издеваетесь, что ли? Где 17-23? Эй! Вы сейчас серьезно, а? 73-го уровня. Ничего себе. Ничего себе. Ладно. Чуть-чуть, ребят, перестрахуемся с вами. Кожа голову. Думаю, никто не будет против. Но если в следующий раз выпадет... Вау. Зашибись. Просто взял всех, разнес. То у него это не получается, а то он просто это делает с легкостью. Очень удивительно. Ну и где? Ну вот оно. Вот оно. Усаги плюс кунаичи. Раз, два, три. Так, ну, давай прикинем. Усаги бомбанет, по идее, должен... По идее, должен рубануть. Постепенный урон не на всех, но у нас есть кунаичи. Она должна, наверное, добить их все-таки. Да. Мне почему-то сейчас кажется, что кунаичи... Надо... Вот если бы она бы выходила первой, я бы просто посмотрел бы, сколько она вообще отнимает хп. В среднем. Может быть, она бы здесь бы даже одна бы справилась. Я не уверен, конечно, но может быть. Уж больно она такая, ну... Мощная. Хотя, может быть, она только и на добивке способна. Но этого я... Тихо, 17-23. Этого я сейчас проверить никак не смогу. Хотя, почему я вру? Давай сделаем вот так и...
И вот так. Сейчас прикинь, и Куныльчи окажется слабой. И Слэш тоже у нас слабак. И поплыли туман над рекой называется. Ну давай. Вот смотрим, ребят. Слушай, ну она хороша. Она, да, пускай она, конечно, тут не добила всех, но ты видел, сколько она урона нанесла? Хм. Слушай, Куныльчи достойная получается у нас. Куныльчи у нас получается достойная. Так, ладно. Кажется, я для себя отметил еще одного топового бойца. Ну, по крайней мере, она точно лучше, чем Слэш. Это факт. Это просто факт. Она будет покруче, чем Слэш. Угу. Так, ну, давай. Опа-на. Так, а я, подожди, я взял кого-нибудь тут для подстраховки-то? А, пиццелица у меня. Ну, брось в него. Да что с мышкой-то опять, господи. Брось в него пиццу. Что-то мышка опять, ребят, барахлит. Ну вот, вот, ребята. Еще один поединок мы с вами делаем. И мы уже переходим на следующий дивизион. Блин, дай-ка я еще раз проверю Куныльчи. Хочу ее взять, протестить вместе, ну, например, с Рафаэлем. А, какой у Рафаэля инициатива же бешеная. Блин, а с кем тогда? С Лео? Заодно, кстати, посмотрим, у кого инициатива круче, у Леонардо или все-таки у Куныльчи. Надеюсь, что у Куныльчи. Ага. Так. Да не, ребята, она даже 76-й ранги валит. Прикинь, 76-й, 75-й ранги валит. Вот это да. Вот это да. Так, ребята, Лига Мастеров, 2 звезды. Ну что, давай, наверное, тогда сразу возьмем. О, а тут по дешевке, ребята, получается. 10-250, а сотка стоит 2000, а не 2,5. О, да. Прекрасно. This is fantastic. Ладно, фантастиш. Поехали. 17. Блин, я уже хочу 17-24 получить, если честно. Но мне все вот кормят этими 17-23. Не знаю, как с этим быть, как с этим бороться. Ну, давай. Вырубите, надеюсь. Мы с тобой, кстати, поднялись в ранг, а бойцы 71-74 уровня. Хотя мы с тобой до этого поединка Куныльчи ложила 75-76. Где логика? Мы поднялись выше в ранге, а бойцов нам дали слабее. Странно, парадокс. Так, ну что же, давай далее тогда. 17. Блин, может быть уже пара 17-24 давать, а? Нет такого ощущения? У них такого ощущения нету. Так, ну ладно, пускай будет Рафаэль. А бойцы кончаются, ребятушки. Бойцы кончаются. Но, как мы знаем, 10 за поединок. 10 за поединок мы с тобой тратим, да? 10 откатов за поединок. У нас с тобой сотка. То есть, получается, целый ранг можем взять. Вот на этой сотке мы с тобой можем взять целый ранг. Если какие-нибудь казусы опять не произойдут. Дайте мне 17-24, ну в конце-то концов. Не хотят. Так, ну у меня еще благо есть тут, кем побороться, да? Дойдем, наверное, с тобой до полтишочка.
А там уже придется на откатах, ребята, на полных 100% откатах играть. Донни, на тебе хвостом. Был Донни, стал Кульвони. Или Баксаки. Это такие машины, ребята, есть. Кульвони и Баксаки. Шучу. Это мы так в детстве прикалывались. А ты слышал такую машину, Баксаки или Кульвони? Ты сидишь такой, не. А потом тебе говорят, что это такое. Баксаки и Кульвони. Да, это в детстве все было. Так, ну что, ладно. Пошутили, как говорится, давайте теперь на полном серьезе бороться. Так, Лео, жги. Это уже 77-й, 78-й уровень. А там предел это 80-й, да? Так почему же они тогда мне не дают кубки-то? Почему не дают 17-24? Я этого не понимаю. Раз, два, три. Четыре. Пять. В чем проблема-то, а? Ну, 70... Блин, сейчас уже опять, ребят, 72-й, 75-й. Что-то они как-то прыгают, гуляющие у них какая-то. Я не знаю, ребят, статистика. И тут Маузер просто вырубает всех. То он 72-х не мог запороть, тут он валит всех абсолютно. Так, ребят, полтишок. Полтишок, полтишок, полтишочек, полтишок. Вот оно, ребят, мы докатились до того, что нам приходится теперь откатывать всех персонажей. То есть чисто работать на откатах. Все ради чего? Тихо ты. И лезет-то, главное, куда? Ты посмотри, куда он лезет. Они именно, ребята, самую слабенькую, естественно, нашли, как говорится, отдушину. Змею Край. И начали ее лупсовать. Хотя Сплинтер тоже, ребята, слаб. Но Сплинтер-то у нас в платине. Сплинтера-то не так легко было бы пробить. Плюс он еще может сдачи дать. А видишь, какие они жуки. Вот так вот они всегда, ребята, и поступают. Ну, шут с ними. Да что с мышкой-то? Ну я не могу, прям раздражает, ребят, когда она начинает вот это вот зацикливаться где-то. Как будто вот ты хочешь вести, а она... Вот как сейчас, вот. Вот я... Блин, я не понимаю, что с ней. Скорее всего, ребят, опять батарейка. Я уже задолбался эти батарейки менять, если честно. Просто задолбался. У меня батарейки, которые... Аккумуляторные, одним словом. Вот я их заряжаю. Ну, сколько там, наверное, на недели две хватает. Может быть, они уже сами по себе такие уже, как сказать, старенькие стали, что ли. Что быстро разряжаются просто-напросто. Вот, 17-24. Ну, ребят, там топовые бойцы, 79-й уровень. То есть, ну, тут уже надо... Так, а что тут надо? Тут... Тут играем, как играем, уже все, у нас уже топовый отряд, и он здесь нам ничего сделать не сможет абсолютно. Это, наверное, и дураку понятно, да? Что просто разносим их всех тут. Даже если бы все вышло как-то из-под контроля, я не знаю, каким-то там чудом вышло бы из-под контроля, ничего бы опять они нам не сделали. А мы с тобой... Так, по 10 ступенек, это получается, ребята, еще 2 поединка. Это еще 2 поединка. Нет, надо будет потом... Отыграю уже и, ребят, поменяю, блин, батарейку. Это какой-то звездец просто. Хотя, подожди, у меня тут есть еще одна мышка. Сейчас гляну, она... Блин, она отключена. Точнее, она подключена к ноутбуку. Навилека. Мышка называется Навилека, ребята. Огромная мышка. Больше моей руки, точнее кисти.
Я его беру, как, я не знаю, как тебе объяснить. Если у меня вот эта вот мышка миниатюрная, да, то на эту я ложу, как, знаешь, моща, просто моща, ребят. Куда мышка моя делась? Блин, вот она. Я еще забываю, что у меня второй экран, ребят, подключен. Когда я вот сюда вот мышку завожу, она переходит туда, на второй экран. То есть два монитора у меня. Не, на самом деле у меня не два монитора. Если честно, у меня их, ребята, сколько? Ну, я имею в виду вообще, у меня сколько? Раз, два, три, четыре, пять мониторов. Но подключено всего лишь два. Включено всего лишь два, и три стоят. У меня есть широкоэкранный Моник. Очень широкий экран, ребята, он длиннющий. Да охренение. То есть, если вот мне сейчас на стол поставить один этот монитор, то вот эти два, которые у меня стоят, а у меня стоит... А что у меня за моники-то? А, LG и BenQ. Вот, LG и BenQ, их можно просто убрать. А этот поставить, и у него будет такой экран, который... по площади заменяет. И мой старенький добренький мониторчик, который у меня тут лежит. Это у нас... Я уже и забыл, как он называется. Честно говоря, забыл, ребят, как он называется. Ай, и сейчас не хочу просто смотреть, доставать его. Он сзади меня там лежит. Но эти все мониторы, ребята, кроме широкоформатного, они фулл-HD-шные идут. А вот этот у меня 2К-шник. Хотел себе взять 4К, но знаете, что подумал? Как бы тебе объяснить? Монитор, да, хороший в 4К, но я, наверное, не готов еще. Просто к такому, блин. Я, кстати, от Full HD к 2К привыкал очень долго. У меня поначалу вообще, ребята, очень жестко, люто болели глаза, если честно. Сейчас привык, и я теперь не могу Full HD смотреть. Я подключаю старый свой мониторчик. Да вот хотя бы, который рядышком стоит, BenQ. Я не могу, ребята, у меня все такое какое-то крупное. Некомфортно. Глазам, опять же, некомфортно. Так что к хорошему привыкаем же быстро. Ну что, ребята, мы с вами уже перешли к Лиге Мастеров 3 звезды. И пора тут, наверное, чуть-чуть закрепиться. Причем у нас откатов еще 62 штуки, ребята. А нам как раз хватит вот 10 поединков, считай, 10 поединков по 5. 50 откатов нам придется потратить, так что все логично. Все у нас получается по логике. Кстати, мы с тобой... ладно, фиг с ним. Я же забыл, что мы еще за задания получаем же эти откаты, за выполнение заданий. Мы же их еще не выполняли. Так, Маузер. Давай я возьму, наверное, Кренга. Давно его не было. Так, а что взял? Толку-то, что я взял Кренга? Сейчас у нас опять же Рафаэль и Маузер, и все. Рафаэль, Маузер бомбанет, и мы не увидим с тобой эпичный выход Кренга. Да. Если бы были бы слабенькие бойцы, конечно бы я брал бы слабых. Если бы они были открыты, ребят, я бы не брал бы по откатам всех. Так, ну что, сейчас должна быть 70-ка. 69-я. Даже 11, ребят, ступенек мне позволили перепрыгнуть. О как. Давай вот такую команду возьмем. Без маузеров. Вообще без маузеров. Так, ну понятно, тут Майки первым входит. Потому что здесь нету Рафаэля. Так, теперь Крэнк. Хорош. И вертушка. Есть. В общем, все как нельзя хорошо. 59-я позиция. Все, ребят, наверное, сейчас будет последний поединок, потому что 59-я позиция. Мы с тобой сейчас на 49-ю перейдем. А я уже говорил, что мне нужно что? Правильно. Чтобы мы с тобой были на 50-м ранге. Больше не надо. Просто не стоит, ребят. Мы с тобой так сэкономим, по крайней мере, и откаты, и возьмем с тобой осколки. До топчика идти, ну, нет смысла сейчас.
Есть. Разобрали. Просто до топчика идти, но... Не вижу, ребята, толку от этого. Вот так вот, 49 место. Этого более чем достаточно для нам. И теперь давай, ребята. Так, Кейси Джонс. Кейси Джонс, здесь забираем награду. Так, пройти серию испытаний. Ну что, давай, наверное, разворотим здесь гнездо черепашек. Тем более их тут 4 всего лишь. А нас 5. Самый жук, это, конечно, Лео. Почему, ребята? Ну, потому что у него есть защита от смерти. Но если мы ему сейчас собьем... Да, мы ее сбили и добиваем. Раньше я вспоминаю, как я пыхтел над этими поединками. Ух, ребятушки. Я думаю, вы, наверное, помните. Олдскулы точно, ребята, помнят, как это все было. Это была жесть просто какая-то. Так, ну что, давай мы с тобой будем сейчас... Донателло получит? Получит уровень, ребята, получит. 85-й. Фига, мы можем ему прокачать? Нет, мы можем прокачать, но я не буду сейчас, потому что у меня Аллапекс. Есть. Так, ну что, 4-я стадия, ребята. Что нам тут нужно? Кукла Дарума, 6 штук, ищем. 1... Почему называется кукла Дарума, ребят? Кто не знает из вас? Почему именно Дарума? Так, вторая. Ну и чё, блин, кукла Дарума, чё, она такая прям редкая, что ли? А, золотая рамка. Все, понял. Так, подожди, пятая? Я сбился уже за счета. Так, по-моему, сейчас только будет... Сейчас будет пятая. Вот она, по-моему, пятая, да? Или шестая все-таки уже? Нет, ребят. Это была пятая. Сейчас шестую найдем. Если, конечно, найдем. Потому что пицца кончается. Нашли. Ну что, с куклой, Дарумы закончили, ребят. Теперь нам нужно будет 13 вот этих вот, я не знаю, книг, повести, что там. Ну, пицца кончилась. Так что... Можно забыть об этом сейчас. Забрать вот эти задания. Задание забрать. Это все поудалять. И зайти сюда. Конечно, друзья мои, мы в союзниках ищем с вами вот это вот. Эксперт снаряжения называется. Ты серьезно? Эй, игра. Дай мне, пожалуйста, эксперт снаряжения, эй. Да не нужны мне твои жетоны, блин. Последнее. Твою налево, не получил. Я все, мне все выдали, ребят. Ну, кроме эксперт снаряжения, блин, ну. Ну, как же так-то, а? Ну, как же так? В общем, друзья мои, увидимся уже с вами завтра. Завтра у нас будет буст. Как обычно, попытка не пытка, будем пытаться что-то изобразить. И надеюсь, в глубине души, что у нас что-нибудь да получится. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.